Доброго времени суток, ребятки! Хочу вас всех поздравить с выходом обновления 8.6. Но оно еще не вышло, тихо. Если вы вдруг не играли в танки давно, не переживайте. Обновление должно выйти завтра. Вот есть ответ разработчиков. Ну, скорее всего, ждем завтра, посмотрим, что из этого будет. Ну, обычно, кстати, где-то в среду, в четверг обновление и выходит. А сегодня... Вот все! Вот я отвечаю, вот без приколов, реально, без приколов, ноль. Ну, я серьезен. Последний раз, крайний, все. Не будет больше открытия мистических контейнеров. В этом году 100%. Вот. Все, отвечаю. Ну, чтобы вы мне тут не говорили, что я в прошлый раз сказал, что все. Тогда было еще не точно все. Сейчас все. Вот все, все. Поэтому присаживаемся поудобнее, прожимаем лайки, пишем комментарии, если вы не подписаны, переходите в телегу, потому что там розыгрыш 300 тысяч голды. Сейчас идет первый розыгрыш на 100 тысяч, потом еще один и потом еще один. Ссылочка в описании. Ну, а мы начинаем. Полетели. Как вы знаете, AppGallery запустил турнир по WoodBlizz, в котором могли принять участие абсолютно все, кто соберет команду. Но, если вы не участвуете в турнире, у вас еще есть шанс получить халяву от Huawei. С 16 по 18 декабря ВКонтакте и Дискорде пройдет голосование за победителя турнира. Бот выберет 30 игроков, которые правильно угадают команду победителя. И эти ребята получат по 200 монет Huawei. А с 14 декабря по 23 поделись в Дискорд скриншотами смешных и интересных моментов из трансляции турнира. После проверки администратором бот выберет 20 счастливчиков, которые получат по 300 монет Huawei. Если вы новый пользователь, просто выбирайте роль, нажав на реакцию с изображением. Финал 18-19 декабря. Комментировать будут профессионалы. Заходите на канал к ДВСу и к Мефодию. Переходите, ссылочки все в описании. Шо, у меня 9000 голды есть, имеется на аккаунте, так сказать. Где мои дорогие контейнеры? Они не представляете, насколько они недорогие. Не, все, 100% следующее видео это будет подсчет моих убытков. О, мне, кстати, дали контейнер с камуфляжами. Давайте-ка откроем. Я просто донатил сегодня голду в игру, и вот мне дали осколки льда. Класс. Ну чё, соточку. Ну, блять, ну вот последний раз. Мне кажется, ну вот в этот раз уже должно что-нибудь донасыпать. Ребята, ну давайте-ка мы как-нибудь это... Организуем, пожалуйста. Сейчас звоночек из министерства. Алло, алло. Алло, Wargaming. Wargaming. Какой, на какой мне телефон позвонить вам, чтобы вы взяли трубочку, пожалуйста? Алло. Алло. Чуть, блядь, не поднимают. Сука, алло, подождите, я звоню уже. Сейчас, 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 5 сек. Алло. Алло. Можно мне, пожалуйста, 100 тысяч голды? Что вы говорите? Нельзя? Блять, может как-нибудь это сделать? Блять, говорят, не, нихуя. Ладно. Я сам разберусь с этими своими проблемами. Я уже говорил, что я не удивлюсь, если мне откручена эта голда с аккаунта. То есть ее здесь вообще нет. Мой аккаунт в черном списке. Теневой бан. Потому что, ну, это полный пиздец. Угу. Да что ты говоришь? Что ты говоришь? Ну, что, потихонечку отбиваем голду. Я уже где-то 400 голды отбил. Это неплохо. Неплохо. Вау. Ладно, ну полторашка неплохо, конечно. Насколько я понимаю, там убрали контейнеры за 6000 голды. То есть, даже если мы сейчас отобьем больше голды, чем надо, я уже не куплю, потому что не закончится. За бабки я ничего не буду покупать. Все! Я и так голду покупаю за деньги. Вот, да, так давай нормально, мистический сертификат, который мне нахрен не нужен. Все, контейнеры закончили. Так, подождите, а есть за 6 тысяч? Я просто не смотрел туда. А, так за шестерку есть, блядь. Подожди, так 9, 14, 17. Ну, мне выгоднее это взять. Я все рассчитал, меня не проведешь. Если мы достанем еще, я не знаю, 4 тысячи голды как-нибудь, то, конечно, я куплю за 6 тысяч. Ну, или если мы достанем какой-нибудь коллекционный танчик, продадим его за голду, тоже я открою. Ну да, раскатал я немножко губу уже, конечно. Мне бы хотя бы соточку достать. А, да, 200? Слушай, в два раза больше, чем я хотел, на самом деле. О, 500. Ну, 500 это жир, на самом деле. Я вам говорю, я как профессионал контейнерный, вам говорю, 500 это уже нормально. Обычно там прям плохо все. О, сука. Еще 500. А у 500... Подождите, а сколько шанс вообще упадения у 500? Ну там, кстати, неплохо. Ну не прям уж жопа жопошная. Смотрите.
у 500 голды шанс выпадения это 2,9. То есть, ну это мало. Такая, вертушечку. Я понял, что этим контейнерам угрожать бесполезно, они без мозгов, им вообще похер. А и абсолютно по барабану. Мистический сертификат. Неплохо, неплохо. Это еще с учетом того, что мы сейчас купим еще два контейнера, потому что больше нет у нас голды. Нет, но все-таки будем надеяться на коллекционный танк, может быть, а вдруг? Блять, сука, соточки. Так, еще за полторы. А что у меня за полторы еще есть, я не понял. Что-то я... Все, я понял. Это я тупой. А где? Этот товар больше не продается. Зашибенно меня заскамили. Ну, какого, блин, 3000? А куда я засуну эту голду? Мне 3000 голды как бы не нужно. Блять. Ну, как бы, если вдруг я достану 3000 голды из контейнера, то, конечно, я открою еще. Блять, 3000 голды, а? Такс. Будем все-таки надеяться еще на коллекционный танчик. Давай. Погнали. Блять, это чмо мне выпадает уже раза три, наверное, выпало. Крушителя дай, блять. Не, ну, блять, я же хотел коллекционный танк. Ну, все по чесноку. А сколько он стоит? Покажите мне, сколько это вот чмо стоит. Ой, блядь. Что ты вообще делаешь? Что ты делаешь в этом контейнере, а? 250 золота. Балдеж. Ну, а если бы продавались контейнеры еще за голду поменьше, я бы купил. Ну, потому что покупать уже... Не-не-не-не-не-не. Все, ребята, я заканчиваю. Все, меня по полной поимели, короче. Вы этот месяц наблюдали за издевательством надо мной. Подождите, у меня же еще... Давайте хотя бы так сделаем. Стоп, у меня есть идея. Давайте я куплю хотя бы ключ, и вдруг мы достанем танк. Так, подожди, ключи за голду продаются, я видел. Но вдруг, а вдруг повезет? 3 ключа за 1000... А, шо, блядь? Это один ключ? Один ключ за 1000 голды, ебаный. Вот. Ну давай. Что это такое, блядь? Ой, все, ребята, короче. Меня взгрели вообще теперь еще и на 1000 голды. Все, ребят, хочу всех обнять. Дайте ко мне. Я закончил. Все, вы больше не увидите мистических контейнеров, если Wargaming их не продлит еще на 28 лет или не добавит их в январе, например. Все. Закрываем следующее видео, 100% подсчет расходов и мое мнение по полной программе по поводу всех этих контейнеров. Все, покедово!